сожалению, в христианской поэзии очень мало стихов о папе. Хотя папа — это самый влиятельный и важный человек в нашей жизни. Пускай это стихотворение будет и напоминанием, и пожеланием не только папам, но и всем нам. Мы на друг друга все влияем. Влияние — это не отнять. Все то, что в жизни совершаем, другие повторят опять. Мы все влияем на кого-то. Нам от людских не скрыться глаз. Вся наша жизнь, слова, работа кого-то создают сейчас. Чудесно, если то влияние укажет в небо верный путь и, взяв пример для подражания, пойдет за Богом кто-нибудь. А если нет, то это страшно. Ведь за тобой давно следят. Возможно, ты видал однажды внимательный ребенка взгляд, когда кричал ты, спорил, злился, всех обвинял, а он смотрел и, не хотя того, учился, хотя таким быть не хотел. Влияние наше тем сильнее, чем больше люди верят нам, чем выше мы для них, мудрее, тем глубже в сердце будет шрам от наших маленьких ошибок, от опрометчивых шагов, от всех неискренних улыбок, от грубых слов, от лживых слов. О, быть к себе нам нужно строже, ходить на цыпочках, друзья, пусть это стоит нам дороже, но планку опускать нельзя. Не только за себя в ответе, но и за тех, кто так следит, кто все запомнит, все заметит и после это повторит, имея в сердце оправдание. Раз можно папе, то и мне. Нам не изгладить то влияние, пока живем здесь на земле. О, как нам льнуть к Иисусу нужно! О, как держаться за Него! Чтобы наша с Ним святая дружба нас охраняла от всего! Чтобы нам в Него преображаться! И все, кто с нами на пути, ногой об нас не спотыкались, но нашей верой укреплялись, и помогали мы им вверх идти. Аминь.